Вы видите, друзья, перед собой американскую радугу. Редкое, надо сказать, явление, поскольку действительно и с дождями проблема. Солнце есть, с дождями проблема. Вот перед вами радуга. И никакого отношения она не имеет ни к компании Apple, там другие немножко цвета, ни к движению ЛГБТ. Радуга сама. Добрый день, друзья. Не доброе утро, не добрый вечер, а добрый день. В этот день добрый я поехал в мастерскую автомобильную, где мне поставили новые дворники там какое-то время назад, но просто не было дождей. Знаете, как бывает. Дворник есть, дождя нет, а старые протерлись, как-то плохо вытирали. А новые шумели, как выяснилось, шумели, потому что были на то, видимо, причины у них. Ну, короче, я заехал к этим мастерам и говорю: ребята, ага, что-то шумит. Они почесали репу, заменили дворники. Дайте послушаем. Ну, вот вы видите, что получается. Вот я брызгаю на окно. Надо сказать, что сухие, они не скрипели. Они скрипели именно мокрые, когда водичка текла. Вот. И вроде тихо стало, я так смотрю. Значит, они сказали, что дворники были слишком длинные. Хотя мне этого не казалось. Но вот они заменили их на что-то покороче. Посмотрите, как получается. У меня все равно какое-то чувство, что и длинные не должны были бы скрипеть. Так уж, между нами-то. Вот, но вроде вытирает нормально. Видимость у меня в окошко хорошая. Я уж думаю, ладно, пусть будет так. Вот такие бывают, друзья, случаи на дороге. Значит, как будете дворники менять, так вот, обобщая опыт, будете менять дворники, попробуйте так, побрызгайте. У меня с собой еще бутылка воды, я когда у них пробовал, я еще водой, а то знаете как, химсостав-то он, может быть, не так скрипит. В общем-то, я водой побрызгал, значит, так вот, попробовал, берите с собой воду, меняйте дворники. Хотя некоторые люди вроде сами меняют, я даже не знаю. Думаю, а что я дворники-то у них менял? Но, а где я возьму дворники? Я к ним пришел, они говорят, вот у нас есть правильный размер, там правильная модель. Откуда я знаю, какие дворники нужны? Вот такая история. Счастливо!